Здравствуйте. Андрюш, ну вот ты сейчас пережил массаж. Довольны, это очень мягко сказано, потому что... Скажи сильно, не стесняйся. Скажу, что такого массажа я не получал. Именно вот те места, где мало кто делает, то есть вот эта область лопаток. Терес майнер, терес мажор. Где собираются узлы, где сокращаются мышцы. Так как я сам массажист, и все это наработки от физических нагрузок, то, что сделала Ирина, это просто большое дело, и мне так помогло. При массаже чувствуются сильные боли, причем у меня реакция была, это смех. Неадекватная. Вполне нормально. Да, в следующий раз будем. Там уровень боли зависит от накапливания trigger points. И они настолько болевые, что кажется, что я тебе что-то ломаю. На самом деле они просто очень болевые точки. Это ошибки в белке. Сократился белок и не знает, как расслабиться. Я ему просто напоминаю. Очень высокий уровень профессиональный. Очень высокий. Это я говорю как профессионал сам. Спасибо большое. И абсолютно откровенно то, что я такого массажа не получал. То есть, я получал массаж очень сильный, очень профессиональный, то, что я люблю. Но именно вот на те точки, которые мне сейчас были нужны, их Ирина нашла. И те точки, которые я сам не могу достать всевозможными крючками, то, что я сам делаю в основном массаж себе. Ага. Ну, сейчас следующий шаг какой? Надо разработать прямо на эти мышцы, надо разработать растяжку, чтобы, да, наверное, такого нет. То есть каждый массаж должен быть прогрессом во что-то более.